Здравствуйте, меня зовут Щербаков Николай, я являюсь преподавателем Центра компьютерного обучения, специалист по направлению Microsoft Office, сертифицированный тренер Microsoft. Сегодня хочу предложить обновленный курс Microsoft Office Outlook 2016. Огромное число служебных и личных сообщений, записок, отчетов и других документов создает трудности даже для опытных сотрудников. Для решения всех этих задач Microsoft разработала программу Microsoft Outlook. Цель данного курса – научить работать с большим потоком информации, эффективно планировать свою деятельность, используя календарь и список задач, контролировать работу коллектива, владея процедурами назначения задач и приглашений на собрания. И в целом освоить не только базовый функционал, сохраняющийся с версии Outlook 2007, но и новые возможности, появившиеся в новых версиях Outlook 2013 и 2016. По окончании курса слушатели смогут профессионально работать с электронной почтой, использовать папки поиска и правила для сообщений, эффективно обрабатывать большие объемы информации, используя средства поиска, сортировки, группировки, назначения категорий и настраивая свои представления. Настраивать автоответы для сообщений, настраивать дополнительные параметры для сообщений, проводить опросы по электронной почте. Эффективно планировать свою деятельность, используя календарь, список задач, заметки и записи в дневнике. Владеть процедурами назначения задач и приглашений на собрания. Работать со списком контактных лиц, создавать, пополнять и использовать адресные книги. Также курс подготовит вас к сдаче сертифицированных экзаменов по направлению МОС программы Microsoft Outlook, начиная с 2007 по 2016 версии. Курс входит в программу подготовки руководителей, секретарей, помощников руководителей, менеджеров и офисных работников всех уровней, использующих компьютеры в личной и служебной деятельности. Продолжительность данного курса 16 академических часов, по 4 или 8 академических часов, каждый день, через день или по выходным. Будем рады видеть вас в нашем центре компьютерного обучения «Специалист».